Дружбы с незнакомцами. Friends with strangers. Музыка этого человека воспитывала отчим. This person was raised by a stepfather. С тех пор, как ему исполнилось 3 года, в 19 лет он попросил своего отца официально усыновить его. Что это? Ящерица имеет. What is it? Adoption papers. Are you kidding me? This lizard has the способность создавать собственный воздушный пузырь, чтобы дышать под водой. Пузырь движется вверх и вниз, потому что ящерица рециркулирует запас кислорода. Это дает ящерицам возможность задерживать дыхание более 16 минут. Долго. Музыка. Этот человек нашел мертвого кальмара, выброшенного на берег, и внимательно посмотрел на нас. Его кожа. Этот человек ехал по Калифорнии, когда увидел падение метеора. Прямо с неба. В твоем уме вот как выглядят горы Исландии. Here's what the mountains of Iceland look like. Музыка — это одноклеточный организм, и он... This is a single-cell organism, and it's about вот-вот умрет, когда он умирает. Он не перестает двигаться, а вместо этого разваливается на маленькие пьесы музыка. Это в этом видео, я очень надеюсь, что вам понравилось. И еще увидимся. Ребята, очень скоро позже. Later.